Всем привет, ребята. Это супер слепая ярость номер 4. И соперник посильнее. Конь f3, d5, g3, конь f6. Слон Слушай, я g2, понял, c6. на доску вообще не надо смотреть, надо смотреть на аннотацию. Это все облегчает. c4. По-моему, вот когда играешь слепую ярость, нужно, наверное, в дебюте убивать, нет? Нет, я хочу полноценную партию. Ну ты огребешь. Даже вот от этого типа ты огребешь. Это кандидат. Ну ты огребешь. Представляешь, сейчас смотрит 34 зрителя. И они в шоке. Будут минуты через 3. Что случилось с мастером? 37 зрителей. Эта позиция у меня была против Владимира Федосеева. И То есть пустая доска. И как закончилось? Как может закончиться позиция с пустой доской? Конь А4. Зачем конь А4? Прихватывай поле C5. Как тонко на пустой доске прихватывать поле C5. Слон Е3. Ты знаешь, где у него фигурки стоят? Да. Скажи зрителям. Слон на g7, конь на d7, конь теперь пошел на b6. Немножко противный, кстати, момент, потому что мне не хотелось коня на c4 пускать, но придется. Стоп, наш же на a4 стоит. Да, немножко придется конь c5, конь c4, слон c1 играть. Может выбить его? Нет, тогда он не появится. Ладно, конь себе. Солнце один, здорово. Сейчас он Е5 пойдет. А я, видимо, Б3. Фианкетировать чернопольника. Что-то задумал, задумались. Мы хоть каким цветом. А, мы хоть цветом-то каким были? Белыми. Задумались. Белыми. 40 зрителей тем временем наблюдают за этим убожеством. Да, я опять сыграла. Конь d6. Слон b2. Если дает за цветно, то я... Без понимать трудность. Нет, ты загнешься. Ну... Блин, вот Е4 не надо было допускать, что я сделал? Только пошел, сразу понял. И продолжение, ладья. Не, ну все не так плохо, но противно для такого контроля. Ладно, Е3 пойду. Так-то конь на c5 сильнее все равно. Начинает ковырять мой королевский фланг, конечно. Может быть h4? Может быть. Но лучше не надо, конь на f5 пойдем. Ладно, буду игнорировать пока. Все, вот он начал цепляться. Ты доволен? У меня провоцировать, я пошел f3. Может спровоцироваться. Зачем? Не знаю. Противная позиция, если не играть f3. Ладно, f3. Так, у нас лишнее. У нас ничего лишнего. Пешка, нет? Нет. Мне казалось, у нас пешка лишняя. Тебе показал. У нас конь на c5. Наверное, да. На него конь на d6, который на e4 пойдет. И у нас ладья на c1, ладья на f1, король на g2. Да, перс на f3, перс слон на f3, b2. Слон на b2. А толк-то, у нас нет перевеса. А у него слон на g7. Да, пешка на h5, ферзь на e7, конь на d6, слон на g7, ладья на c8, на f8. Еще бы расположение пешек черных. Ну, пешка... Ну, долго перечислять. Одна, четыре. Сейчас
Меня начнут прессовать потихоньку. Сейчас у тебя время закончится. Да, это проблема. Вот с этими шариками, как вот у Алексея Алыпова, было бы, конечно, попроще, наверное. Ну, это совсем легкотня. Раз в 60, конь Е4. Не 4. С5, да? Хотят поменять нашего. Может поменять? Мы, по-моему, даже ничего выиграть не можем, нет? Где у нас король на g2, а пешка на h2, да? Куда ферзя деть? На e2, наверное. Надо как-то на e4 давить. Как На как? c6 надо давить, наверное. А, там c5 сразу проводит. Ты недооценил, наверное. Я смотрю, ты есть какой-то ход? Я немножко теряю королевский фланг. Почему? Там у нас же два нападения на c5. Из виду я имею в виду. Ага. У нас сколько нападений на c5? Мы Два? съедим сейчас на c5 бесплатно. А что, уже никак не защищается? По-моему, нет. Все съели. Ферзь е6, зачем ход? На b3 напал. А я напал с c5 на ладью на f8, вот он ее убрал. Да, теперь нужно, может быть, b4. А ферзь c4. Не страшно? Под Вроде рентгеном. нет. Какой рентген? Там ладья на c8. Ну, там слон на c5. Ну, рентген. Ну да. d7, так, ну ничего не горит, вроде нет. Тут не очевидно, я думал, я могу пойти в f1. А почему не выбудет? А ладья уже на f1 стоит. Да. Отлично. Тупо немножко, но отлично. Мы хотим сдвоиться. Да. Простая игра. Я, кстати, думаю, что это будет полезная рубрика для наших зрителей. Очень, безусловно. Ну, все-таки как там, развивает пространственное мышление. Даже Да. я вот сейчас чувствую, что я понимаю, что на доске происходит. Ну, приблизительно. А ты видишь фигуру, то есть ты не понимаешь, что происходит на доске? Ну, не так хорошо понимаю. Тем временем, представляешь, 50 человек смотрит в партию. На Чего ты планете. долго думать? Я зевнул ферзя, что ли? А вот он все-таки меняется. Хорошо. Ферзь d5 побили. Вот где-то опять слон завис. Ничего не зависит. Слон на c5 два боя. А двух ладей. Все, защитили. Там пешка на d4. Каких А, ладей? точно, все, все, понял. Цветной тебе будет трудно, нет? Да. Так, мы куда эту ладью повели? Так, ну вот Ой, я сейчас. подставил слона под бой. У тебя было 50 секунд зачем-то. Ну, понятно, что флаг, скорее всего, срубится, нет? Должен. Пошел ферзь, это неприятно. Лично. Да, и давай покажем партию зрителям. Партия была неплохая, пока я сама не зевнул. Вот. Ну, Да мы всю, играем. всю, всю, Я всю, 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 вообще, всю. Нужно показать Ну всю вот, да, партию. здесь у белых небольшой перец в этом варианте. Наверное, это все неплохо. Тут я зря ушел слон b2, надо было брать, наверное. Или вообще слон а3 играть. Ну ладно, так тоже ничего. f3. Вообще-то он, мне кажется, русский, нет? Не думаю. Просто Ну. знает слово спасибо. Так, ну ладно, дальше.
Да, ну постепенно я тут поеду. Конь e4 не очень удачное решение. Надо было к слону f5 на h6 как-то играть. Тут уже у белых получше. Съел эту пешку. Не, вот это момент очень хорошая партия. Идет e3, правильно. И вот тут вот надо было куда угодно останавливать брать, только не на b6. b6 это было сильно. Надо было Тут на 3. на 3 просто, ну просто лишняя пешка, выигранная позиция, защищенная проходная еще тут. Ну а тут уже, конечно, рубка флага. Да, ну всем спасибо за внимание. До новых Всем встреч. спасибо. Надеюсь, вам понравилось.